сетях Евгения Додолева «Краснокнижный улов». Народный артист Российской Федерации «Авангард» Леонтьев. У вас был хотя бы один знакомый еще с таким же именем «Авангард»? Один «Авангард» мне писал письмо, что он «Авангард». Отличная компания, чтобы поностальгировать. Вы были активным комсомольцем? Когда последние известия шли, я понимал, что это как-то очень напыщено. Поговорить о новых героях. Кого вы можете назвать из молодых, кто вот лично вам, за кем вы следите? У него нет театрального образования, а вот интуиция мощная очень. И отдать должное мэтрам. Никита Сергеевич пригласил вас. Он зовет меня в театр «Наци». Там на ту-другую ролишку. Угу. И даже на главную, даже за главную роль. «Золотая рыбка». «Авангард» Леонтьев. Премьера. Провалиться я тебе не дам. Смотрите в пятницу в 0:35 на телеканале «Москва. Доверие».